популярный американский художник Сэмюэль Морзе находился в Вашингтоне, где он писал портрет маркиза де Лафайета. Когда он получил письмо, в котором сообщалось, что его жена Лукреция серьезно заболела, он помчался домой, но к тому времени, когда Морзе добрался до Нью-Хевена в Коннектикуте, это около 500 километров до туда, его жена уже скончалась и была похоронена. Это трагическое событие глубоко повлияло на Морзе и заставило его оставить живопись и целиком посвятить себя поиску средства быстрой связи на большие расстояния, чтобы никого другого больше не постигла та же участь – получить новости слишком поздно. И теперь большинство из нас знает его не как художника, а как изобретателя универсального телеграфного кода – азбуки Морзе. 24 мая 1844 года Мурза отправит первое телеграфное сообщение в Америке, в котором говорилось «Чудны дела твои, Господи!» Сегодня я не буду рассказывать о том, что такое телеграф и как он был изобретен. Скажу только, что телеграф изобрели в первой половине XIX века. И это было не изобретение одного человека, это был результат усилий нескольких людей в разных странах. И когда он, наконец, вошел в обращение, телеграф произвел настоящую революцию в человеческой цивилизации. А смелюсь предположить, что это была революция более весомая, чем изобретение сотовой связи. До этого для передачи информации на большие расстояния человечество пользовалось дымовыми сигналами, барабанами, маяками и семафорами. Это было лучшее в вашем распоряжении. Если вы были вне видимости от адресата, вам приходилось рассчитывать на письма и почтальонов. Кто там? Это я, почтальон печки принес заметку про вашего мальчика. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Да никто! В 19 веке почта в развитых странах была уже очень хорошо организована. Но все же доставлялась она со скоростью лошади и или корабля. Письмо из Лондона шло 12 дней до Нью-Йорка, 33 до Бомбея и 73 до Сиднея. И вы скажете, ну, международная почта и сейчас ходит не быстро, и вы правы. Но сейчас у вас есть альтернативы. Вы можете позвонить, вы можете послать текст, отправить имейл. Вы не будете доверять срочную новость бумажному письму. А в те годы у вас не было вариантов, как у бедняги Морзе. Вы получали важные новости слишком поздно. Поэтому, когда появилась возможность отправить сообщение в другой город не за недели, а за минуты это был технологический прорыв, который перевернул жизнь людей, как общественную, так и частную. И телеграф начал развиваться с головокружительной скоростью. Строительство телеграфных сетей было дорогостоящим, но финансирование было легко доступно, поскольку быстро окупалось. Во всех почтовых отделениях начали устанавливать телеграфные аппараты. Любой человек мог теперь отправить телеграмму в другой город. Только что сообщили Берри Мордома, Баскервиль. И к 1852 году национальные сети телеграфной связи действовали во всех крупных странах. Вскоре 50 тысяч километров телеграфного кабеля было проложено по миру, и телеграф соединил густой сетью проводов города и страны. Но не материки. в то время как внутри Европы или Северной Америки люди уже вовсю стремительно обменивались новостями, между материками им все еще приходилось ждать писем неделями. Это очень раздражало, и многие хотели бы решить этот вопрос, но проблема казалась нерешаемой. Как вы перекинете проволоку через океан? Обычно телеграфный провод развешивался на столбах над землей. Поставить такие столбы по океанскому дну не представлялось возможным. Нужно было класть кабель прямо на дно. Но к тому времени люди уже хорошо выучили, что электричество и вода не смешиваются. Провода нужно было изолировать. И при отсутствии пластмассы и, в общем-то, резины, хорошие резины это была большая проблема и даже, допустим, вы сможете изолировать провод. Какой он будет длины? Мало того, что океан очень большой, он к тому же еще очень-очень глубокий, и провод пойдет по дну на скольки километровой глубине, собственно. Но бойкие умы было не унять. В то время как специалисты были настроены скептически, талантливые самоучки с бешеной энергией двигали цивилизацию вперед. В значительной мере потому, что они видели цель и не видели препятствий. И человеком, в конце концов, инициировавшим эту безумную затею, был один такой инженер-самоучка, огромный энтузиаст телеграфа, англичанин, обосновавшийся в Канаде, по имени Фредерик Ньютон Гизбор. Этот путешественник и изобретатель Загорелся мечтой соединить телеграфом свою старую родину и новую. Потому что для него было очевидно, если мы собираемся тянуть телеграфную линию между Европой и Америкой, то провод этот будет идти не между Парижем и Филадельфией. Это надо делать на самом узком месте Атлантического океана, то есть между Ирландией и Канадой а точнее между самой западной точкой Ирландии, портом Валентия, на той стороне, а на той стороне это будет самый восточный край Канады, а именно остров Ньюфаундленд. И уже через Ньюфаундленд вся Америка будет коммуницировать с Европой. Для начала Гизборн решил протянуть телеграфный кабель от острова Ньюфаундленд до материковой Канады и потом до Нью-Йорка. Он получил финансирование, лично пешком прошел огромный и практически необитаемый Ньюфаундленд поперек, прокладывая маршрут для линии. Чуть не загнулся там от голода и холода, потому что Ньюфаундленд, если вы не в курсе, это в природно-климатическом смысле худший вариант Сибири. Гизборн начал стройку, не оценил сложности расходов, потратил все деньги и чуть не попал под суд. С остановленным строительством и по уши в долгах Гисборн ищет инвестора. В Нью-Йорке он знакомится с главным героем нашего сегодняшнего рассказа – Сайрусом Вестом Филдом. Если вы смотрели мое видео про усы, то вы уже по бороде понимаете, что это был за человек. Типичный деловой американец из нищеты, выбившийся в миллионеры, кошмарно энергичный, никогда не теряющий оптимизма и веры в себя, Сайрус Филд к 35 годам успел построить миллионный бумажный бизнес, обеспечивая бумагой растущую копеечную прессу. Став в конечном итоге одним из самых богатых людей в Нью-Йорке, Филд также успел серьезно подорвать здоровье поскольку он имел привычку работать без выходных. И в 33 года он ушел на пенсию. Но, услышав от Гизборна о таком крутом проекте, он воспрянул духом и решил, что рано еще просиживать бока и пора бросить нажитой капитал на благое дело – перебросить телеграфную линию через океан. Гизборн был, по крайней мере, опытным электриком-самоучкой. Филджи не знал ни о телеграфии, ни об океане, ничего. Но зато он был отличным менеджером, умевшим привлекать таланты и инвестиции. И он обратился за помощью к главному человеку по телеграфу и к главному человеку по океану, к Сэмюэлю Морзе и Мэтью Мори. Во-первых, Морзе уверил его, что сделать надежно изолированный от воды телеграфный провод можно. Он самолично еще 10 лет назад сделал успешный эксперимент, обмотав провод просмоленной конопляной дерюгой и каучуком. Он спустил его под воду в гавани Нью-Йорка и успешно провел сеанс связи. А с тех пор цивилизованный мир узнал о еще более замечательном изоляторе под названием Гутаперча. Так же как каучук, это такой натуральный полимер сок малайского растения, имеющий свойство затвердевать на воздухе. В отличие от довольно мягкого каучука, который гнется и рвется, гутаперча застывает в поразительно твердую субстанцию, похожую на пластмассу. И в 1847 году немцам удалось успешно проложить первый подводный кабель в гутаперчевой изоляции через Рейн. А спустя еще пару лет Англичане проложили такие кабели между Британией и Ирландией и через Ла-Манш во Францию. То есть технология была просто на гораздо меньших масштабах. Сколько там этого Ла-Манша? Что же касается Мэтью Мори, следопыта морей и основоположника современной океанографии, то он обрадовал Филда, что по его последним данным как раз на севере Атлантического океана между Ирландией и Канадой по дну проходит удобная полочка, такое ровное плато, покрытое мягким песочком, и кабель ляжет на него, как на пуховую перинку. Оно казалось настолько идеальным для прокладки кабеля, что море назвал его телеграфным плато. К югу от него дно становилось неровным и глубоким, но как по заказу, на самом узком участке Атлантического океана глубины были обозримыми. Какие-то несчастные 3-4 километра. В 1855 году Сайрос Филд отправился в Англию, совершив первую из 56 поездок через океан, которые ему придется совершить в ходе этого проекта. Там он заказывает у компании, сделавшей кабель под Ла-Маншем. 2500 морских миль, то есть 4600 километров изолированного телеграфного кабеля. С присущей ему привычкой не терять ни минуты и всегда начинать с главного, Филд сначала заказал кабель, а потом уже организовал акционерную компанию «Атлантик Телеграф». Он предоставит четверть начального капитала из своих денег. Он соединит телеграфом Америку и Европу, чего бы это ему не стоило. этот телеграфный провод, который Фил с компаньонами собирались перекинуть через океан, был вот такой толщины. Собственно, медная проволока, по которой шел сигнал, была тонкая. Остальное была ее защита. Внутри кабеля было семь медных проводов, покрытых тремя слоями гутаперчи, обмотанные поверх просмоленной пенькой, поверх которых в плотную спираль уложена оболочка из 18 железных жгутов, каждый сплетен из 7 толстых проволок. Этот кабель весил почти 550 кг на километр и был относительно гибким и очень прочным, в смысле, если вы накидывались на него с топором. Но он был так тяжел, что с трудом мог выдержать собственный вес на больших участках. Поэтому обращаться с ним нужно было очень-очень нежно и укладывать очень аккуратно. Поскольку это был глобальный проект, потенциально способный изменить жизнь многих стран, Филд рассчитывал не только на коммерческие инвестиции, но и на помощь правительств заинтересованных держав. В Великобритании и США предоставили Филду значительные субсидии и дали корабли. Поскольку совокупный вес кабеля был так велик, что ни один из существовавших кораблей не мог бы погрузить его на себя целиком, он бы утонул, кабель был разделен между двумя судами – британским и американским – Агамемном и Ниагара. Их сопровождало еще несколько кораблей, несущих на себе различные припасы. От запаса еды для огромной команды до всевозможных инструментов и расходных материалов. Количество железа в кабеле на несущих судах было так велико, что это вызывало отклонение стрелки компаса. Так что корабли сопровождения еще и направляли Агамемнон и Ниагару по курсу, они сами бы заблудились. Прокладка стартовала в Ирландии 5 августа 1857 года. И толстенный прочнейший кабель порвался в первый же день. Его конец был выужен со дна, и кабель отремонтировали. Корабли продолжали движение по направлению к Канаде. Через 5 дней и 380 миль линии кабель застрял в тормозном механизме и снова порвался. В этот раз его конец ушел в воду на глубину больше трех километров. Выудить его оттуда не представлялось возможным. И да, я поинтересовалась, можно ли было просто потянуть его за другой конец и намотать на катушку на берегу. Нет, он сломался бы под собственной тяжестью и неровности дна. 300 миль, 480 километров кабеля были потеряны но оставшихся 1800 миль хватило бы для выполнения задачи. Но требовалась передышка. Корабли вернулись в порт, и операция была приостановлена на год. Было очевидно, что разрывы кабеля связаны с трудностями контроля его натяжения. Кабель в огромных бухтах лежал в трюме и подавался наверх через систему шестеренок и тормозов был разработан и испытан новый механизм для этого. Кроме того, после энергичных дискуссий и крика решено было начать прокладку не с одного конца, а с середины, в обе стороны одновременно, что теоретически должно было занять в два раза меньше времени. А это важно, потому что любой серьезный шторм угрожал разрывами. 10 июня 1858 года Агамемнон и Ниагара снова отправились в плавание – но на этот раз они сначала вышли на середину океана, где концы их кабелей были соединены 25 июня, после чего корабли начали расходиться в противоположные стороны, разматывая кабель под воду. Агамемнон направился на восток, в сторону Европы, а Ниагара на запад, в сторону Ньюфаундленда. Кабель порвался через 5 километров. Корабли снова сошлись, соединили концы и повторили попытку Через 54 морских мили кабель снова порвался. Они вернулись в исходную точку, соединили кабель и сделали третью попытку. И в третий раз кабель порвался, когда они прошли уже около 200 миль. При каждой попытке они бросали кусок кабеля на дне, и поэтому остатка кабеля им просто уже не хватило бы до завершения проекта. Они вернулись в Ирландию. Всякий нормальный человек в этот момент пустил бы уже себе пулю в лоб. Но не Сайрус Филд. Многие другие участники организатора считали, что хватит в буквальном смысле слова выбрасывать деньги в воду, потому что они уже утопили на миллионы долларов кабеля. Но Филд умудрился убедить их продолжать попытки. Корабли снова загрузили кабелем, они отправились в путь. 17 июля, 29 июля соединили концы в середине линии и начали расходиться. И в этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Ниагара прибыла в залив Тринити на Ньюфаундленде 4 августа, а Агамемнон добрался на остров Валенты в Ирландии 5 августа, ни разу не порвав линии. Концы кабеля были присоединены к ближайшим телеграфным станциям Европа и Америка были соединены телеграфной связью. Несколько дней туда и обратно отправляли тестовые сообщения, и наконец 16 августа по кабелю было отправлено первое официальное сообщение. Директора Атлантик Телеграф компании Великобритания директорам в Америке. Европа и Америка соединены телеграфом. Слава вышнил Богу, на земле мир и в людях благоволение. Следующим был текст поздравительной телеграммы королевы Виктории президенту США Джеймсу Бьюкеннону и ответное обращение от президента королеве, где в витиватых фразах выражалась радость и оптимизм и надежда на укрепление сотрудничества между нациями. Народ ликовал по обе стороны океана. Королева посвятила в рыцаре несколько участников проекта. В Нью-Йорке устроили грандиозный салют из ста орудий, шумный парад, фейерверки, которыми чуть не сожгли на радостях Ратушу. Остатки кабеля раскупили на сувениры, и компания Tiffany продала тысячи сувениров, сделанных из трансатлантического телеграфного кабеля: украшения, брелоки, амулеты и даже трости. Но всеобщая радость продолжалась недолго не успели закончиться торжества, как всеми любимый кабель вышел из строя, не проработав и трех недель. Захрипел и затих. Это была катастрофа. Вообще качество связи между материками с самого начала оставляло желать лучшего. Передача шла мучительно долго. На отправку послания к королевы Виктории из 98 слов ушло 16 часов что все равно лучше, чем 12 дней, но качество связи по подводному кабелю постоянно деградировало. Проблему составляла уже сама длина линии. Электрический сигнал постепенно затухает, проходя по проводу, и никаких ретрансляторов, повторителей сигнала на первом кабеле не было. Передавать по нему нормальную морзянку было вообще невозможно. Вы не могли отличить точку от тире на другой стороне. Поэтому по подводному кабелю передавали модифицированную версию азбуки Морзе, где вместо точки тире были положительные и отрицательные импульсы равной длины. И все равно сигнал доходил с трудом. И чтобы это решить, на кабель начали подавать очень высокое напряжение, стараясь докричаться до той стороны. В результате кабель не выдержал, После нескольких дней постепенного разрушения изоляции кабель полностью вышел из строя. Четыре года работы и миллионы долларов пошли коту под хвост. Реакция на эту новость была не менее эмоциональной, чем восторг по поводу начала связи. Некоторые уверились, что все это мероприятие было просто мистификацией, огромным мошенничеством. Намекали, что все это вранье просто поддерживало биржевые спекуляции. И никакого трансатлантического кабеля вообще не существует. Главного электрика компании, хирурга по профессии, уволили. Соседи перестали здороваться с Арусом Филдом и начали переходить на другую сторону улицы, его завидев. Но если вы думаете, что он опустил руки, вы ошибаетесь. Он снова начинает собирать средства, он сделал работу над ошибками и он намерен повторить проект. Филду пришлось прерваться на гражданскую войну между Севером и Югом. Он, кстати, был большим патриотом и активно способствовал делу Северя. Но он не оставил свою затею. И в 1864 году ему удалось снова собрать необходимый капитал. К этому времени длинные телеграфные кабели были протянуты через Средиземное и Красное моря. На основе этого опыта был разработан улучшенный кабель с более крепкой броней изоляцией. Вес нового кабеля составлял 980 кг на километр, что почти вдвое превышало вес старого. Весь кабель был изготовлен одним непрерывным куском – 26 тысяч морских миль, 48 тысяч километров. 1600 тонн непрерывного кабеля без стыков были сделаны за 11 месяцев. Зеркальный гальванометр Томпсона, которого вы знаете как лорда Кельвина, позволяющий обнаруживать даже очень слабый электрический сигнал, дал возможность не повторять предыдущие ошибки и не поджаривать изоляцию. Для прокладки нового кабеля английское правительство выделила величайший пароход в мире – Great Easter. Этот корабль был так огромен, что он трижды разорил своих владельцев и был фактически заброшен, когда про него вспомнили и переоборудовали под протягивание телеграфа через Атлантику. Его огромный корпус был оснащен тремя железными резервуарами, куда уложили 4300 километров кабеля. В полдень 15 июля 1865 года Грейт Истер начал работу. И 2 августа, после пройденных 1062 морских миль, кабель оборвался возле кармы корабля, и конец был потерян. И я бы на этом месте точно уехала в Тибет и ушла в монастырь. Видимо, поэтому я не миллионер, как Сайрус Филд. Он же возвращает корабль в Англию, делает несколько глубоких вдохов, собирает еще денег, и ровно через год Грейт Истерн снова выходит в море. Несмотря на проблемы с погодой, вечером в пятницу 27 июля экспедиция благополучно добралась до Ньюфаундленда. Прокладка кабеля во второй раз была успешно завершена. Но они еще не закончили дело. Пока королева и президент по второму разу обменивались поздравительными телеграммами, Несколько кораблей вышли в море, и добравшись до точки, где порвался первый кабель, они повернулись перпендикулярно маршруту и начали тралить дно океана на 4-х километровой глубине, двигаясь зигзагом. И в конце концов, несмотря на то, что все говорили, что это безнадежно и легче найти иголку в стоге сена размером с океан, они подцепили и вытащили оборванный конец кабеля пятизубым крюком на толстом канате. На это ушло две недели и 26 часов только на то, чтобы поднять конец кабеля на борт. Когда электрик подтвердил, что кабель не поврежден и в рабочем состоянии, вся команда рыдала и орала от восторга и пускала ракеты в небо. Конец кабеля присоединили к остатку кабеля на борту Great Eastern и довели прокладку до конца. Теперь существовало две действующие телеграфные линии между материками. Кабель 1866 года мог передавать 8 слов в минуту. 80 раз быстрее, чем кабель 1858 года. Мир изменился на глазах людей. Он стал меньше. Новости становились известны на другой стороне земного шара в тот же день, а не через две недели, что фактически создало современную журналистику. Информация стала значительно точнее, потому что вы могли быстро получить ее из разных источников и сравнить, а не полагаться на байки путешественников и письма заокеанских родственников. Это, в свою очередь, оказало колоссальное влияние на мировую экономику. Цены на хлопок, важнейший трансатлантический товар в те годы стали одинаковыми в Нью-Йорке и Ливерпуле. Экспорт товаров в обе стороны вырос, потому что торговцы могли теперь более уверенно прогнозировать цены и перспективы рынка. Началась та самая глобализация, которую мы теперь периодически проклинаем. Более ста лет телеграф был важнейшим методом коммуникации, пока он не уступит первенство сначала телефону, а потом интернету. И методы, которыми современные оптические кабели прокладывают через океан, принципиально остались теми же, что во времена Сайруса Филда. Хотя материалы и машины, конечно, сильно изменились. И на прощание я хочу сказать оглядываясь на опыт мистера Филда, который начал и довел до конца дело, выглядящее невозможным для многих умных людей. Оптимизм – это не наивность. Оптимизм – это необходимое качество хорошего лидера. Когда вся ваша команда готова опустить руки, ваше дело продолжать верить в то, что вы сможете довести затею до конца. Сколько раз не оборвется кабель, в конце концов, вы доберетесь до Ньюфаундленда. Не теряйте надежды. Всего вам доброго и до свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог. Вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!